Надоело что-то на пляж совсем. Скучно. А как насчет экстрима? Экстрим? Да, я люблю экстрим. А что ты имеешь в виду? Слышал что-нибудь про зорбинг? Зорбинг? Что ты слышал такое? Давай-ка загуглим. Итак, открываем сайт, заполняем форму и нажимаем «Отправить». Между прочим, при онлайн-бронировке мы получаем скидку в 100 бат. А также при использовании промокода RUS24 вы получите специальную скидку в 10% от нашего телеканала. О, это, кажется, за нами. Погнали! Ваш выбор предоставляется два трека – прямой и изогнутый. Также есть несколько вариантов для спуска. Вариант А – один спуск и напиток. Вариант Б – два спуска, напиток, футболка и мороженое. И вариант С – 6 спусков, напиток, футболка, мороженое и фотография. Давайте рассмотрим зорб поближе. Значит, что такое зорбинг? Это шар из полиуретана или поливинилхлорида. Представляет он из себя две сферы. Одна большая, объемом где-то 13 метров кубических, и вторая внутри чуть поменьше. Между собой они соединены специальными стропами, которые распределяют нагрузку равномерно по всему шарику. Вес такого шарика равен где-то 75-80 килограммам. Внутри легко помещается один или даже два человека. Итак, мы уже переоделись, мы уже ко всему готовы. Осталось последнее – это пройти инструктаж. So, I have some question for you. Я немного волнуюсь перед спуском. Это ведь не опасно? Нет, конечно. Тем более, что у вас есть страховка. Все, что вам нужно, это сесть внутри шара и расслабиться. А что насчет воздуха? Хватит ли мне кислорода на этот спуск? Конечно, в активном состоянии кислорода хватает на 15-20 минут. Есть ли ограничения по возрасту? С 6 лет в сопровождении взрослого и с 16 самостоятельно. Это было незабываемо. Это море ощущений. Ну а если чувство страха мешает вам оказаться внутри зорба, всегда можно взять с собой надежного товарища. Рассказывай, что, как эмоции зашкаливают. Я сразу скажу, это невероятные ощущения. На самом деле, кто наблюдает вот этот зорб снаружи и то, что происходит внутри, это категорически две разные вещи. Обязательно попробуйте. Друзья мои, приезжайте. Пляж Калим, 190 метров удовольствия, незабываемые впечатления, 40 литров воды. Вам понравится, гарантирую, море удовольствия и веселья.